Дорогие друзья, те, кто поддерживает меня в интернете и в других средствах массовой информации. Вы знаете, есть такое понятие регулярные части. Это КПРФ, это НПСР. А есть вы, партизанские отряды, которые всегда незаметно, но очень сильно влияют на умы наших с вами сограждан. И всегда в любой войне Россия была сильна не только регулярными частями, а именно такими партизанскими отрядами. Я вам очень благодарен, что вы не за деньги, просто потому, что вы знаете, что надо что-то менять в нашей стране. Делаете так, чтобы обо мне, о кандидате, узнали очень много людей и узнали правду. Спасибо вам большое. Я искренне вас благодарю и хочу, чтобы вы знали, я с вами, а вы со мной. Спасибо вам.